Ой, доброе утро. У нас сегодня дождливое. Дождик сильненький такой пошел. Я приехала с Магнита, отвезла всех детей. Значит, купила мое любимое, это мяско, бедра без кожи и без костей. Это вот нам на завтрак с Гришкой попробовать. Я даже не знаю, что это, чего-то шоколадное. Что-то в общем, шоколад попробуем. С орехами, да? Здесь я еще и орехи нарисовала, ну, в общем, посмотрим. Печенье наше любимое, вот такое вот шоколадное. Но тоже. Крайне любимое овсяное. И рис. Сейчас хочу плов приготовить. К нам сегодня утром приезжал и заложил нам все в котел. Вот сейчас вот мне осталось только растопить. У нас, короче, проблема со спичками. Здесь, по-моему, одна спичка осталась. Да. Сейчас будет экшен с одной спичкой. Так, сейчас я включаю на режим крупа. У меня будет плов. Здесь вот уже как зажарочка такая с мясом, с морковкой, с луком, болгарский перец, как вы мне писали, и рис. Все, закрываем, включаем на 25 минут, и будет все готово. Все, плов в мультиварке готовится. Я пришла себя теперь приводить в порядок, потому что сейчас я вожу детей, и мне утро быстро-быстро бегу, набегу все делаю, отвожу детей. Сегодня вот еще с Афоней, наверное, минут 40 катались по станице, хотели найти шашки, попросили, в общем, в садик привезти шашки. И мы не могли их найти. Либо продаются шашки отдельно, либо вот эти вот, которые мне не очень нравятся, магнитные. И то они там вместе с шахматами, вот такие малепусенькие. Мне кажется, вот такие маленькие нельзя детям. Ну, они чересчур маленькие. А вот я, у нас просто дома была доска, и получается, я купила набор же шашек, и дети теперь с ней играют. Ну, то есть этот вариант меня устраивает. Но так как досок отдельно не продается, то им вот эти маленькие магнитные тоже шашки, шахматы, там все в одном. Я не стала брать такие в детский сад. Но сейчас средня поехала в Озмол. Может быть, там, ну, в окей зайдут, если будут отдельно доски или просто шашки такие вот, то купят. Если нет, тогда закажу через интернет. Еще немножечко подкрашусь, и все отлично будет. Уже добиваю вот такую вот тоналку. Ну, вполне себе ничего, знаете, и надолго мне ее прям хватило. Если честно, переживала, думала, она быстро закончится, но с помпой очень удобно. И сейчас еще в Фаберлике себе заказала что-то там матирующее, по отзывам прям супер-пупер. Ну, посмотрим, насколько подойдет мне. Вот, пудра Фаберлик. Раньше не могла ее открыть. Я помню, когда я ее заказала, говорила вам, что она неудобно открывается. Но оказывается, просто вот за вот эти боковинки вот так нажимаешь, и все открыто. А я пыталась, знаете, пальцем отковырнуть вот тут вот. Но ничего не получалось. В общем, вот так удобно. Все отлично. Вот. Что еще? Вот такая штука. Корректор, консилер, румяна и скульптор. Ну, вот я пользуюсь только румянами, иногда консилером, он так не очень сильно сияет, такой средней пошивости. И тушь мне очень нравится. Черная пятница на Wildberries заказала, завтра должна
Нет, не завтра, в четверг придет такая же точно тушь. Вообще супер-пупер. Мне очень понравилось. Несмотря на то, что не раньше вообще не любила силиконовые кисточки, но вот здесь вот с подкручивающим. То есть здесь такая вот кисточка, вот она вот такая вот, как это принято показывать, да? Вот такая она загнутая, то есть дугой, и она удобная. Мне очень понравилось. И сейчас уже тушь подсохла, и вот, ну, как бы допользуюсь ей, уже в четверг начну новую. Вот, так что сейчас приведу себя в порядок немножко. Я готова выходить в люди. Плов готов. Сейчас буду кормить Гришку, вести его. У них теперь по вторникам новшество, какой-то урок мужества. Не знаю, что и с чем его едят. Ну, в общем, уже второй раз будет. Каждый вторник себе записываю, чтобы не забыть. И ветер поднялся, ну такой тепленький, да? Прикольный, да? Гришу в школу, Антошу забирать. Я приехала домой, сделала сегодня коррекцию бровей. Мне прям очень нравится. Тебе нравятся мои брови? Нет, у меня новые брови. Нет, с ногтем. Но сделали немного на полтона темнее, и хвостики еще темнее. Ну, а я конфета, я конфета. Тут девчонки к нам приехали. Ай, значит, нет, я конфета. Ты конфетка приехала? Да. Так, Вера, значит, ездили сегодня в Окей, в садик сказали купить шашки. Купили, значит, вот такие вот в Окее 4 доски шахматные. И вот шашки отдельно. Так что дети в садике будут играть. Я, конечно, не представляю, как Афоня будет это играть. Так, сейчас будем репетиция концерта у нас будет. Мини-концерт. Итоговая у нас она первая и последняя, да? Еще Фаберлик же Степа забрал. А Серый его принес. Да. Сейчас все надо отделить, что мамина. Чек. Так, вот Фаберлик, значит, для стекол. Я уже вам показывала только в электронном виде, да, каталог один. Что еще? Порошок в подарок положили. А, так. Сейчас то, что нам, я оставлю, а то, что маме, в коробке будет. Петиция концерта. Завтра. Завтра концерт. Бабушка-старушка ест яблоко. Самый старший, первый.